службе семьи открылась коррекционно-развивающая группа. Здесь дети отвлечены от гаджетов, они общаются друг с другом, мастерят поделки, играют и развиваются. В группы набираются девочки и мальчики из малоимущих и многодетных семей, а также семей, находящихся на социальном сопровождении. Планируем с этого года открывать группу дневного пребывания. То есть наши мамы, которым нужно будет делать свои дела, могут оставлять своих детей у нас. До 3 часов мы можем с ними работать. У нас работает специалист по реабилитационной работе, логопед, психолог. Занятия проводит очень интересно. И подвижные игры есть, и мелкая моторика. Все в соответствии с разработанной программой для детей от 3 до 14 лет. 2 раза в неделю с детьми занимаются настоящие профессионалы своего дела – педагоги, логопед и психолог. Специалист по реабилитационной работе Елена Гельмулина разработала программу как для групповых, так и для индивидуальных форм занятий для детей младшего и дошкольного возраста. В рамках реализации комплекса мер Республики Башкортостан по развитию эффективных социальных практик, направленных на социальную поддержку семей, мы получили комплектацию для кабинета сенсомоторной интеграции. Это сенсорный гамак, бревно, сенсорные качели, мягкий модульный разноуровневый ковер, мат со следочками, балансир и интерактивно развивающий пол. С помощью них занятия проходят увлекательно, интересно, оригинально, развивают и улучшают психические процессы. Вся программа направлена на развитие познавательных и творческих процессов у ребят. На занятиях дети развивают мелкую моторику, учатся общаться, у них развивается двигательная активность. Родители с радостью приводят в центр своих сыновей и дочек и уже видят положительные результаты работы с педагогами. Все ребенку очень нравится, приходит всегда с прекрасным настроением, с горящими глазами. У меня гиперактивный ребенок, поэтому здесь очень именно хорошие педагоги и психологи работают. С ней нам не просто это на пользу, а ну, это действительно подарок судьбы, что мы попали сюда, что нас взяли сюда, что у меня 3 девочек, и в принципе все 3 хотят ходить, но возможностей не всегда нет. Я очень благодарна всем педагогам, которые здесь работают и с таким вниманием относятся к нашим детям. Время, проведенное в центре, очень нравится и самим детям. Здесь они рисуют, используя разную технику, решают задачи на логику, память, мышление. В новой игровой комнате девчонки и мальчишки с удовольствием проводят время, играя в подвижные игры. В центре семья мне нравится играть в игровой комнате. Я завела здесь много друзей. Люблю сюда ходить каждый день. И люблю Елену Аликовну. Она нас учит рисовать и делать всякие поделки. Я обожаю центр «Семья». Специалисты службы семьи надеются, что родители останутся довольны результатами занятий. Группы дневного пребывания будут функционировать по 3 месяца. Желающим присоединиться необходимо предоставить пакет документов. Подробную информацию можно получить по адресу Ленина, 22В или по телефону 450-25. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».